В Дагестане усилят контроль за продукцией, которая поступает в школы, больницы и детские сады региона. Для этого в республике создали специальную рабочую группу. В нее вошли представители республиканских Минсельхозпрода, Миноборнауки, Минздрава и эксперты других ведомств. Подробно об этом говорили на совещании под руководством в Рио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. Руководители организаций, которые закупают несвежие или некачественные продукты, будут нести за это персональную ответственность. Специалистов, принимающих товары, обяжут проходить обучающие курсы по первичному определению качества продукции. Кроме того, на встрече отметили, регион будет поддерживать местных товаропроизводителей, которые готовы обеспечить социальные учреждения экологически чистой продукцией.